Офигеть, это как из первой части, ребята! Мишка Фредди! Офигеть, это очень круто сделано, ребята! Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть во FNAF Plus. Да, это версия. Если что, это неофициальная версия, сразу вас предупреждаю. Благодаря Lost Power Play вышла все-таки эта игра, поэтому обязательно, ребят, ставьте лайкосик. Залетайте там у него на канал, как бы ссылочка в описании будет обязательно. Короче, друзья, сегодня мы попробуем полное прохождение сделать. Оказывается, ребят, вы сейчас будете в шоке. Это был не баг. Вот. На пробел, оказывается, чисто можно промотать все ночи. Прикиньте. Поэтому мы и прошли быстро, заспидранили, ребят, это не баги. Я чисто на пробел там нажимал, короче, типа, я думал ответить или что-то такое, то сделать. Оказывается, прикинь, в чем прикол. Я в шоке, я не знаю, зачем он это сделал, кстати. Ну, типа, на пробел чисто пропустить первую, вторую, третью, четвертую ночь. И мы так дошли до пятой. Ну, сегодня мы не будем нажимать на пробел, вот. Но это вам лайфхак, скажем так. То есть, если вы где-то так запутались, кстати, ну, может, от этого он сделал, не знаю. Короче, сегодня у нас полное прохождение, ребята. Вот, let's go. Все, быстренько будем делать. Но это интересно, это забавно, конечно, он сделал. Так, ну вот это-то включаем, родной. Опс. Так, есть аномалия. Первая есть. Давай, вторую тоже находим. Так что сегодня мы попытаемся, ребятки, пройти качественно, так сказать, без щитов. Ну я же не знал, что это... Это знаете, ребят, это, короче, у меня такое воспоминание из детства, где мы в компьютерный клуб ходили с пацанами и играли в CS 1.6. Вот. Но это давно, это очень давно было, капец как давно. Так вот, смысл в том, что в компьютерном клубе я случайно то ли F1 нажал, то ли F2, и там читы, там чисто волхак, прикинь, короче. Я просто был в шоке. Типа уже встроенные. Так, шестая. Давай, где еще у нас тут? Пока я толком, кстати, не понимаю, не осознаю. Я в первой части-то все толком понимал. Толком. Ай, слово паразит. Так, ну все, идем мы в офис. Короче, первую часть я понимал. Мы там доходили спокойно на изи. Но здесь фиг его зн... О! Что? Погоди! Обновилось? Чё, блин, за Windows? Привет. Привет. Что ж... Добро пожаловать в пиццерию. Вот замутить можно. Так сказать. Воу! Я знаю, обнова! Нелегкой, хотя для тебя это должно быть настоящим сокровищем, учитывая твой вид деятельности и все такое. В общем, в чем заключается суть твоего нахождения в этом месте? 2 недели назад здесь погиб один из наших охранников, работающих по ночной смене. Что интересно, его тело нашли костюме одного из нерабочих аниматроников. Вряд ли это мог сделать человек. Дело в том, что... Windows 1, XP! Кто мог стать инициатором данного события? Несколько лет назад у нас была совсем другая пиццерия, однако сюда же с аниматрониками. Как оказалось, старых аниматроников были обнаружены трупы детей. Те роботы, стоящие прямо сейчас на сцене, это и есть те самые аниматроники, но в новом обличии. Сказать честно, с того момента я думал, что такого больше не повторится. В общем, суть твоей работы проследить за аниматрониками, узнать о том, кто стал инициатором убийства, по какой причине. А я понимаю, в этом профиле ведь искать всяких мистических ублюдков, это твоя работа. В общем, услышимся на следующей ночи. Пока. Это прикол, ребята. Это как будто... Не-не-не, это же не Windows XP, ребят. Не-не-не-не-не-не. Это Windows Me? Или, погоди. Или Windows 98 вообще, ребят. Вы, наверное, вообще даже не знаете, что это. Что это за версии Windows такие. Ну, я на самом деле сам-то не сидел на Windows Me 98. Я сидел на Хрюше. Я прикинь, тогда еще думал, блин, ну хорошая версия Windows. Типа, зачем обновляться? Зачем Windows Vista? Зачем там это?
Все, ребята, семерочка, восьмерочка, девяточка, десяточка, одиннадцатая. Скажем так. Короче, ребята, времечко идет. А толком я пока ничего не знаю, не понимаю, я сразу говорю. Вот. Пока что не понимаю. Но, надеюсь, поймем. Ну, как я знаю, когда Мишка начинает там хохотать, хо-хо-хо-хо-хо, надо закрывать полюбас дверь. Поэтому как-то так. Слушай, а как она у меня обновилась вообще, эта игра? Вот это мне интересно. Это прям интересно, ребятки. Так, здесь, короче, пока еще никто не ходит. Это отлично. Ну, первая ночь, знаешь, она самая расслабоне. Короче, можно, по идее, расслабиться. Если что, ребят, буду вам говорить. Осталось 60%. О, по-моему, кого-то слышу. Не? Не, нормально. Все, первая ночь чисто забей. Мы попробуем чисто полное прохождение сделать. Без пробела. Хотя, кстати, вон, как будто можно выбрать. Да, ребят? Там вот вон, видишь? Наверху. Так, что у нас? Все на месте! И Бонни, и Чика, и Мишка Фредди. Вообще все отлично, все замечательно, ребята. Возможно, кстати, игру также еще и либо усложнили, либо наоборот. Все вообще идеально, ребят, смотрите. Бля, вентилятор, конечно, много хавает энергии, вот в чем прикол. О, все, Чика пошла! Чика пошла, ребята. Чика. И Фокси. Вот что самое прикольное, конечно, что Фокси, блин, на первой ночи спокойно нападает. Вот это меня вообще просто бесит. Такс. Ребят, давайте поглядим, где вообще она. Что глядим? Так, ну Чика, как я помню, в оригинале тот же самый... О, Бонни уже пошел, да, Бонни уже тоже пошел. Чика, короче, справа нападает, и Мишка Фредди тоже справа. А слева Фокси и Бонни. Вот, как-то так, ребят, все это творится. Давайте на носик нажмем. Так, Бонни здесь, на месте. Камера пятая, третья. Возможно, она там шарится, но почему-то звуков нету. Так, ребят, также еще такой трямсик небольшой. То, что я, если честно, очень плохо вижу. Почему? Ну, в темноте. Потому что у меня тут кольцевые лампы. Вот. Вот они слишком яркие. По факту надо настроить, чтобы было окей. Так, понимаю тебя, дружище. Понимаю. 5 часов уже? Опа. Так, ребят, когда 5 часов, может, давайте закроем пофиг уже? Может, уже закрывать, ребят? Что думаете? Так, этот уже, кстати, намыливается. Не, нафиг, нафиг, я закрываю, пацаны. Я закрываю, пофиг. У меня 27% энергии, если что. Энерджи. Ля, Бонни у нас, смотри, вот в этой комнатке. Так, пятая ночь. Здесь никого. Ага. Фокси, если что, тоже нападает, поэтому надо быть аккуратным. Опа. Опа. Есть же. Так, давайте поглядим. Ой-ой-ой, Чика уже здесь! Ребят, у меня проблема. Короче, у меня и там, и справа, и слева, короче. Ну, Мишка точно здесь, и Бонни тоже здесь. Есть. Хорош! Ребята, это было изично. Это было изично, отлично, мы прошли. Такое чувство, что как будто действительно, ребят, ну как-то... Блин. Как будто наоборот легче стала игра. Также, ребят, я, если что, стримлю каждый день. Ну так, информейшн. Надеюсь, она полезна для тебя была. Мы всякое смотрим. Мистера Биста, всякие фильмы. Пилу даже глядим, ребята, да. Страшную вот эту вот. Это ВК Плей. Там ссылочка будет в описании, ребят. Так что заходите, залетайте, вот. И тут пишут. У меня вообще показывало 0 зрителей. Ну да, там чуть-чуть подболело, конечно. Векоплей. Короче, есть, ребят. Вторая ночь. На пробел не жмем. Я не знаю, возможно, он сейчас это пофиксил. И теперь нельзя, конечно, проходить, но... Не будем проверять.
Я не буду. Привет. Моей прошедшей ночи. Действительно неплохо. Как минимум, теперь мы знаем, что аниматроники не перемещаются по грандам. Так как говорится, за пределы столовой они бы просто не смогли из-за своей системы. Получается, наше предположение, куда? Управление может быть зависимо от душ частично, но имеет право на существование. Что ж, продолжай в том же духе. У нас есть еще 4 дня до закрытия пиццерии. Удачи! Спасибо, спасибо, родной, спасибо тебе огромное. Пила не страшно, она мерзкая. Да, да, согласен. Короче, вот эти штуки я до сих пор не понял, что они дают. Вот серьезно, ребят, кто играл, кто вот на стримчанском у нас, ну, 25 зрителей. Маловато, конечно, так что заходи, залетай, брат. Поддержи меня, будет очень приятно. Короче. Ну, ребят, а что делать-то реально? Как тут вот... О, кто-то дышит, да? Как будто в затылок, как будто мне сзади. Я прошу прощения за вот это вот, что показал. Может, вам не очень приятно сейчас было? Ну, подышали, как будто мне вот сейчас подышали. Ля! Так, Чика на месте. И что теперь? Ну, я вижу Чику, да. Бонни тоже вижу. Мишка Фредди пока, слава богу, стоит. Можно, в принципе, наверное, вообще ничего не трогать до 2 часов минимум ночи. Или микроволновка у нас какая-то там. Время тики-таки, тики-туки. Кстати, самое интересное, ребят, вот в детстве я был, короче, у родителей жил, тоже часы были, и они постоянно тик-так. И знаешь, я засыпал спокойно. А сейчас, допустим, что-то не знаю, я к другу пришел там, ну, слышу этот звук и думаю, как, например, как вообще можно заснуть с этим, вот этим тики-таки, тики-таки. Опа. Опа, кухонка! Кто-то копается! Либо в 7-й, либо в 3-й. Не помню точно. 10-ка. Так, 9-а. Пока все nice. Guys. Опа! 9-ка. Да есть же. Такс. Отлично. Проверяем тут. Трямс. Nice. Бонни должен уйти, по крайней мере. Такс. Чика где-то либо в 3-й, либо в 7-й. Пока не знаем. Где кухонка-то, ребят? Чика 100% на кухне. Да, это слышно, это прям слышно. Так, смотрим, что тут. Не ушел, до сих пор не ушел, смотри. Ля! Как тебе на носик нажать, родной? Вот так вот тебя буду провоцировать. Я вижу тебя, я вижу тебя. Ну, блин, и как его... Как его... И что мне теперь нафиг делать? И там, и трямс, и здесь... Ребятки, а вы можете как бы уйти так на секундочку? Опа, тут ушли, родные, тут ушли. Да, тут ушли. Все, тут открывайтинг делаем, но аккуратинг. Понимаешь? 3 часа, ребята, камера 9, нормально. Тут Фредди стоит. Давай-ка поглядим, где у нас на 8-й. Прикинь, на 8-й. Мишка. Мишечка. Мишаня, Мишаня. И чё дальше нафиг? Эй, родной. А мне чё делать-то? Братик. А все. Пацаны, походу все. А не. Ну что мне делать-то? Родной, я просто не могу вообще никак кликнуть. Я не понимаю тинг. А если вот так? А, ну понял. Все, найс. Короче, когда он появляется, видишь, что... А, все? Скам. Пугайся. Опс. Ушел. Ушел, ребята. Понял. Закрывайтинг. Происходинг. Так, тут тоже закрывайтинг. Ну, типа здесь. Типа здесь. Раз здесь, все, закрывайтинг делается. Я даже не знаю, а здесь надо закрывать, ребят? Или пока нет? Или пока нет? Ну, просто Мишка Фредди, он, по-моему, врывается вообще нормально так. Без спроса.
Нас просто, видишь, 45%. Так, тут ушел. О! Ушел Бонни, да? Ага, можно открывать. Но только поглядеть. Ага. Понял. Понимайтинг. Все. Трямсинг. Так, Мишка там у нас фигачит. Ага, на шестой. Блин, ну, я, конечно, все понимаю, но Мишка-то фигачит, ребята, я ж не могу. Ну, типа, я бы открыл, конечно, но Мишка уже начинает там свою песенку раздувать. Вот эту вот замечательно. Вот на всякий случай закрываем. Блин, не выдержим, наверное. У нас 29%, ребята, в принципе, 4 часа. Так, восьмой. Пока так. Пока откроем, ребята. Пофиг. Ну, у нас одна, видишь, закрыта вообще по максималочке. Я не знаю, наверное, может, стоит и открыть. Понял. Понимайтинг. Так, Мишка, иди нафиг отсюда, блин. Мне просто понять бы, ребят. Просто в следующих ночах я нафиг не смогу. Не смогу, ребят. Ничего сделать. О, походу ушел, да? Да, ушел, ребята. Все, у нас 17%, мы выживем. То есть мне вообще пофиг по барабану, вот тут я закрыл и все. Так, ты аккуратненько, пожалуйста. Понимает. 13%, ребята, мое счастливое число. Значит, все будет хорошо. Так, за нашим... Холера смеется, холера. О, Фредди Фазбер! Понял. Понял, родной. Так, 7%, ребята, у нас проблемс. Проблемс маленький проблемс. У нас сейчас... Есть, хорош. И притом, у меня справа чисто была закрыта дверь. Вот что самое забавное. У меня чисто справа была вообще закрыта дверь. Чтоб Мишка Холера, Фредди Фазбер... Есть, ребята, отлично, найс. Так, ну что же. Давай, звони. Фон Гай. Алло, привет. Слушай, есть отличная новость. Возможно, после закрытия этой пиццерии мы поднимем тебе заработную плату со 150 до 250 долларов. Дело в том, что на данный момент у нас появилась возможность выкупить нашу старую пиццерию. Хотя от пиццерии осталось лишь название. Дело в том, что в скором времени это место хотят превратить в какой-то хоррор-аттракцион. Но дело в том, что согласно документации строительство можно будет начать не раньше 2012 года. То есть спустя почти 20 лет. Вряд ли они будут просто так ожидать момента. Так что сегодня я отправил письмо с просьбой о выкупе этой локации. Как же все сложно, но надеюсь, нам повезет. В общем, на этом все. Услышимся завтра ночью. Спасибо, братан. Спасибо огромное тебе. Нафиг. А чё мне с Чикой-то делать? А чё мне нафиг с ней делать? Ну блин, у меня сейчас чисто тупо будет по КД закрыта справа дверь. Ну это ж невозможно. О, она ушла. О. Все, короче, просто мониторим. Мониторим, ее нет, все, найс. Можно расслабить булки, скажем так. Как-то так работает это все. Так, смотрим, где у нас Бонни. Бонни понял. Передвигается на шестую камеру. Смотрим, что с Чикой. Чика у нас на десятой. Ой. А это значит, что она, скорее всего... После десятой. Так, не-не-не, холера, не надо. Холера, Мишка Фредди, Фазбер. Блин, это плохо. Ладно, 2 часа. 70% энергии. Так, на 10-й камере. На 9-й, на 6-й, на 1-й. Все пока найс, пока все под контролем, ребятки. Дай бог так и будет. Блин, а когда готовиться к холере, ребята? Вопрос. Понял. 8-я камерка.
восьмая. Нафиг, я закрываю. Я закрываю лавочку, пацаны. Он на восьмой, так, понял? Ля, холера! Чика здесь. Понял. 3 часа 55%. Мишка смеется, Мишка доволен. А вот он, кстати, наш Мишка Фредди. Чики нету, но нам запрещено открывать, что будет капец. Так, смотрим, что у нас по этой камерке. Фокси бежит. Дверь закрыта. Где? Где родной-то? А где родной? Бонни! Вон он. Открывайтинг. Открывашкин. Братишкин открывашкин. Ну, Мишка прям вообще там, видишь, суетится, как бы. Он где-то здесь, прям вообще. Максималка. Где-то тут. Все, прикинь, он слева появится, я охренею. Так, что у нас тут? Тут Чика. Да блин, у меня 39%, родные. Этот постоянно смеется. Короче, мне надо это как-то контрить. Пока не знаю как, ребят, честно скажу. Ой. Где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, может я реально ошибку делал? Во, Мишка Фредди тут? Чика тут. 29%. По факту должно хватить, если честно, пацаны. Я просто не знаю, нужно ли закрывать, когда вот тут вот. Ребят, кто знает, ребят. Когда вот тут вот есть. И когда вот тут вот тоже есть, ребятки. Стоит ли закрывать или нет? Просто что-то как-то жутко, жестко. Да собака, они тут и там. Они вдвоем! Я впервые такое вижу, ребят. Они вдвоем, прикиньте. 5 часов. Ребят, так я выдержу. Я выдержу, я могу вообще ничего не делать. У нас 16%. Я могу тупо вот так вот, просто вот так вот стоять и все. Фокси. Let's Giri. Да тоже Let's Giri. 8%, 7%. Не, похоже, что нет. Нужно, чтобы они за окном именно стояли. То есть вот тут вот. Да? Так, тут открываем тогда. 2%. Ребята, у меня 2%. Хулера. Пожалуйста, 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 давай пройдем, пожалуйста, пожалуйста. Офигеть, это как из первой части, ребята. Мишка Фредди. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну тайминг, ну тайминг. Ну пожалуйста, секунда. Есть. Есть, боже мой, ребята. Короче, давай сейчас проверять. Давай глядеть, ребята. Слава богу, ладно, ладно, ладно. Конечно, ошибок много. Мне кажется, кто вот именно играл, кто знает эту именно механику. Ребят, конечно, да, я, видите, не знаю. Так, четвертая ночь, let's go. Let's Giri, так, nice. Но возле входа в офис, там, где Чика. То есть, погоди, погоди, родной. Сейчас я тебе скажу, смотри. Открываем камеры. Где 10-я камера или где 9Б? Вопросик такой на миллион. 9Б или 10-я? Здравствуй, приятель. Слушай, кажется, нам отказали в выкупе. А жаль, ведь это могла быть самая выгодная покупка. Но когда оно не было $250, все-таки буду у тебя в кармане. Ах да, точно, твоя новая документация. Слушай, я вспомнил о том, что когда мы выбирали с нашей пиццерии подсоб, кто-то упомянул комнату под номером 3. Честно говоря, я и сам не знаю, что там находится. Раньше это была игровая комната, но она находилась на этапе строительства. И дело в том, что перед тем, как закрыть это место, там находился еще один аниматроник. Это была марионетка. Но после того, как в игровой комнате обрушилась стена, марионетка пришла в негодность. Мы пытались ее продать, но в конечном итоге мы ее просто выбросили. Да.
Что интересно, после этого у нас пропал один из золотых костюмов. Возможно, один из сотрудников его просто выбросил, так как они никому не были нужны. Голден Фредди? Голден Фредди? Это годы явно были лучшими моментами в истории нашей пиццерии. Спрингтрап? Услышимся завтра. Удачи. Ля, все перебрал, все перебрал. О нет, Мишка Фредди уже начал играть. Он в седьмой! Мишка Фредди уже в седьмой, прикинь. Ой-о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 й. Он уже на 9Б. Так, пробуем закрывать. Короче, закрываем, закрываем, ребята. Он просто, видишь, уже на 9Б. Ох, понял. Все, найс, открывайтинг. Он теперь на 10-й. И что теперь делать? Открывать? Ух, ёпрста. Что-то не хочу я вам открывать, говнюки. Так, где наш дорогой... А Бонни тут, прикинь, вообще ему пофигу. Так, у нас пока очень все плохо. Так, на 10 его нет, на 9Б. Блин, пока непонятно. Пока не понимаетинг, ребятки. Такой маленький происходит. Открыть? Открыть, ребята? Открыть нашей дорогой Чики? Что-то я сомневаюсь, ребят. Что-то не хочу я открывать ей. Если честно. Блин, я чувствую, что мы не доживем. Если у меня сейчас дверь будет так долго закрыта, блин. Чувствую, что как хана будет. Да блин, он все смеется и ржет, а? Ля Сигма какая, а? Он меня бесит вообще максимально. Федор, шо ты? Федя, успокойся! Короче, проблема, ребят. 56%, 2 часа ночи. Костюм Спринг Бонни пропал. Блин, думал Спринг Трап, нет Спринг Бонни. Чего, блин, родной, серьезно? Ух, ёпта. Шо у нас там по Мишке Фредди? Никого? Но здесь есть Чика, и это мне бесит больше всего. Да, слава богу. Слава богу, мы вот так сделали. Трямсик небольшой. Понял? Привет, привет! Пока, пока. Так, здесь никого. Здесь... О! Можно открыть! Слава богу. Ой, чё-то мне не нравится, ребят. Не, закрыть. Лучше закрыть, поверьте мне. Блин, у меня 30%, 3 часа. Ну все, нам хана. Собака, что-то справа очень жестко. Я хрен знает, ребят. Я не знаю, что делать. Блин, сейчас этот будет. 27%. Нет, тут уже не сумеем, ребят. Тут не сумеем. Блин, Мишка заколебал. Как бы тебя понять бы? Бум. Бум, бум. Ни хрена он энергию крадет! Фокси очень много крадет, кстати, энергию, ребят. Вообще дофига, если честно. Вот хрен их просрешь, когда они идут. Тут вообще, вот справа вообще никто не появ... Чика. О. А, Мишка зашел. Мишка зашел, ребята. Он зашел, он залетел. Ну, тут только чисто, вот, чисто ждать. Все, пацаны. Не трогать ничего. Дай бог выживем. Но что-то у меня есть сомнение, что Фокси сейчас придет к нам, дорогой наш. Хотя, может. Миша, какой ты красивый, какой ты хороший. Да есть же! А, к концу... Чего? В смысле?
А, не, все правильно, я испугался. Я испугался, есть, есть, прошли. Просто в пятой ночи мы уже просто видели концовку, ребята. Хорош. Есть, ребята, есть. Господи, я испугался, думал, я опять на пробел нажал, и там пятая ночь. Я испугался, реально. Все, хорош, четвертую мы прошли. Ладно, надеюсь, надеюсь. Я, если что, не читерил, ничего не делал, ребята. Все правильно мы делали. Ну давай пятую ночь тогда, let's go. А где кот? Понял. Ух, блин. Холера уже начала действовать, прикиньте. Так, ну в принципе все по стандарту, ребят. Все по стандарту. Стандарт. Чика слышим где, в принципе. Вот. Мишка Фредди уже играет. На наших, сука, нервах. Извиняюсь за выражение, господа, но... А как и не сказать? Так, холера уже здесь. Раз. Два. Холере. Не открываем ни в коем случае. Холера, что-то у нас там это... Дай бог, проживем вот моей тактикой, ребята. Хотя, по факту, надо правую дверь открывать, чтобы немного электричество-то расслаблять. Вот. Понял. Очень страшно. Угу. Ну, не знаю, на девятый. Вот видишь, он на десятый. Эта зараза на десятке постоянно зависает. Ты понял? Так, 65%, 2 часа ночи. Нормально, вроде бы нормально живем. Пятая ночь, все дела. Восьмерка. Понял. Все, без лишних слов и заморочек, родной. Все, понимайтинг. Такс, что у нас тут? Нам надо следить за Фокси. В принципе, но только единственное, видишь, он крадет энергию. Вот это самое дерьмовое. Вот это самое дерьмовое. По факту, если чем больше смотришь, тем вроде он, ну, дольше приходит. Но хрен его знает. Видишь, 48%. А, ну ты же не видишь, брат, извини, пожалуйста. Ты как бы не видишь. Ты не видишь, потому что я тут сижу, и кресло. Короче, я буду тебе говорить, 46%, 45%. Только то есть, если бы не Фокси, мы бы идеально все проходили бы. Вообще, на изичах. Надо, короче, просто почаще смотреть, да, за ним? И все. Блин, 38% 3 часа. Да, ребята, что-то мне кажется, что мы не сможем здесь пройти. Блин, да куда ты, тварь, пошло? Извиняюсь за выражение, ребятки. Блин, этот уже тут. Этот уже тут, прикинь. Все, его тут нет. Крывайтинг. Этот тут. Не, 30% 3 часа, это капец. Ага, понял. Ну все, сейчас ворует. Ворует. Воровайкин. 28%? Сколько своруешь? Офигеть, 10%! Ты говнюк, блин, сраный. Не, так жить нельзя, ребята. Так нет. Фокси реально заберет всю энергию. У нас 15%, 4 часа. Не-не-не-не. Тут уже не живем просто. Тут нельзя жить. Тут надо что-то справа делать, ребят. Но я пока не понимаю, что нужно делать.
Нет, тут уже не доживем 100%. Тут уже холера такая, будь здоров. У нас 9% 4 часа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот сейчас вроде нормально, можно открывать. У меня 4%, пацаны, 3%. Ух, блин! А... Прошли! Прошли, ребята! Тут так и так нас не убивают, прикинь? Слушай, а что если дожить? Как бы, не-не-не, ребята, тут, понимаете, в чем прикол? Тут сейчас у нас запускается диалог. Братишка, это реально ты, брат, я напуган. Я никогда тебе думал, что не увижу тебя никогда. Посмотри на меня, 6 лет типа прошло. Ты взял эту работу, чтобы найти меня. Как ты вообще меня нашел? Эти роботы полюбили меня. Это на самом деле, ну вы понимаете, которые, ну осуждаем там. Ты не помнишь, кто это? Так. Ну, короче, на самом деле мы это все переводили, ребят, в первом видосе, потому что, пожалуйста, сожги это место, вот, спаси меня и моих друзей. Они думают, что ты убийца, вот, и предыдущий, короче, охранник тоже был убийца. Спасибо тебе. И все, ребята, по факту, вроде как это финал. Видишь, и как бы, хорошая работа, спорт, конец. Ну что же, друзья, в общем, концовку мы с тобой получили, вроде как, притом, видишь, мы как бы до конца-то не прошли, вот, но я посмотрел на ютубе кучу различных видосиков, и никто не прошел, понимаешь, пятую ночь, никто, как бы концовка есть, но хорошая ли эта концовка, понимаешь, возможно, возможно, если прям как-то вот именно правую дверь постоянно открывать, закрывать, чтобы энергия копилась, и Фокси, чтобы, ну вот как-то скопить эту всю энергию, да, ребятки, возможно, тут есть 6-я ночь и 7-я, но пока что это реально полное прохождение, все вот на ютубе все вот так вот, так что, ребят, также назову полное прохождение, мы прошли игру, скажем так, вот, надеюсь, вам понравилось. Возможно, чуть попозже мы еще с тобой заглянем в Custom Night. Тут, если что, есть, кстати, такая тема, между прочим, ребята, Custom Night. Вот, прошу, можно сколько хочешь, Фредди, Чик, Фокси, вот, прошу, ребята. Просто есть такое чувство, ребята, что как будто можно это пройти, вот. Именно чтоб в конце, там вот, знаешь, висели вот эти вот хлопки, начались. А не именно, чтоб марионетка просто к нам забежала и все. Вот. А вообще интересно, кто-то знает код? Мне вот, вот это, ребята, интересно. Кто-то знает кодик? М? А попробуй в Custom Night выставить 1987. О. Вопросец. Трямсик, давай-ка попробуем. А погоди, а точно можем, да? Укус, да? Это укус, короче. Это отсылка, короче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох, нифига себе, ребята. Писали же. Вот, ребята, вот скажите, какой сейчас код? Офигеть, это очень круто сделано, ребята. Ох, блин. Тихо-тихо, спокойно, родные, спокойно. Мне просто интересно поглядеть, как они... Ой-ой-ой, Чика. 8. Ого. Жесть. 1-9-8-7. Ну-ка. По факту нас сразу вроде должны, да, напугать или чё? Я уже подзабыл даже, чё там за это прикол такой. Нет, тут, ребят, не должно так. Там, по-моему, сразу скример вроде как. Custom Night — это 7-я ночь. Ну, короче, понятно. Ладно, так, ребят. Последнее, разузнал я код. Надеюсь, он работает. Короче, давай поглядим. Мы просто идем. Камера третья. 9, 2, 8, 4. Есть!
Там реально спрингтрап, смотри. О! Офигеть. Родной, вставай. Ну что же, друзья, в общем, на этом пока что все. Да, вот пока полное прохождение. Не знаю, возможно, если будет 6-7 ночь, мы попозже это проверим. Бро, обязательно лайкосик ставь, залетай в Телеграм, это очень важно. Вот, я выложу, если что, видосик на канал. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.